Далее мчим. Это шоу-тайм, город Нур-Султан. Знакомимся дальше. И это у нас коллектив под названием... Candy Dolls. Candy Dolls. Это как это переводится? Что это значит вообще? Candy Dolls переводится конфетка-куколка. Сладкие куколки, можно так тоже сказать? Вкусные куколки. Конфетные. Классно. А номер как станцевали вообще свой? Выступили хорошо? Волноваться можно, и даже нужно, я тоже волнуюсь, поэтому в этом ничего страшного нету. Скажи, вот с этой стороны, ну-ка спросим, волновалась? Нет. Она нет. Все по-разному, да, ты волновалась? Нет. Большие молодцы. Какой раз на сцене уже выступаете вообще? Да. Какой раз выступаете уже на сцене? Третий. Третий? Вообще в жизни? Нет, шестой. Классно, побеждали? Да. Сегодня тоже хотите победить? А какая будет у вас реакция, если вы победите? Что вы будете делать, если победите? Мы победили. Классно, мы всегда так делаем, так? Ну ладно, я вам желаю удачи. Больше побед, побеждайте. Приходите еще, участвуйте у нас. Мы вас всегда рады видеть. Всего вам хорошего. Печально, они больше к нам не придут. Но это только твое мнение, и я вас буду ждать. Все, всего вам хорошего.